Кстати, мужик на. Мне вот 24 числа с Жанковского района мы приехали на суд. Сейчас недавно закончился суд над МНСом. И адвокат Лакин Александр выступал, Алексей. Сроки бешеные, конечно, 18 лет дают просто ни за что. Терроризм сказали, да? Естественно, мы с этими сроками не согласны. Почему? Потому что, ну, это не соответствует действительности, то, что они им такие сроки дают. Мы их знаем с хорошей стороны. Все добропорядочные мусульманины. Ну, говорить об этом, что они террористы, как бы это глупо и нелепо. Джимат пришел, ну, как всегда, да, зал дали маленький. И вот только троим получилось туда зайти, в том числе мне. Я вот увидел этого брата, он духом не падает, то есть он жизнерадостный, то есть салам передавал. То есть когда мы видим, да, что вот человек, даже несмотря на то, что вот идет притеснение, он понимает, да, что за это есть награда, и он легко переносит. Всем передавал слова благодарности. Аллах разволосен, что люди приходят, поддерживают. Это показывает, да, что наш брат и народ, они как бы не согласны с этой позицией. Сагынов, Джимат, приезжайте на поддержать наших братьев из Крыма. Хотелось бы, конечно, чтобы в дальнейшем больше Джимата приезжало на поддержку. Как-никак это наши братья, поддержка лучше всего. И мы, раз поддержка, как одна единая рука, должна быть сильная, одна единая. В нашем это сила будет. Сегодня в Южном окружном военном суде был вынесен очередной приговор в отношении крымского татарина, в отношении Эрнеста Сейтасманова по террористической статье за действия, которые никакого отношения к терроризму не имеют. Именно так он и сказал в своем последнем слове о том, что истинные мусульмане не могут совершать каких-то насильственных действий, и терроризм неприемлем для верующего мусульманина. Это является страшным преступлением, и он не причастен к тем вещам, в которых его обвиняют. Тем не менее, суд признал его виновным как в организации деятельности организации Хизбут-Тахрир, так и в приискании средств к свержению конституционного строя. По совокупности ему назначено наказание 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Первые 4 года по приговору суда Эрнест должен провести в тюрьме. Кроме того, было назначено дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения после того, как он отбудет все свое наказание в тюрьме и в колонии строгого режима. Ну, несмотря на столь жесткое наказание, я, честно говоря, восхищаюсь Эрнестом. Он не теряет присутствия духа, достойно встретил тот страшный приговор, по преступлению которого, я убежден, он не совершал. Безусловно, защита намерена обжаловать этот приговор в суде апелляционной инстанции, если будет необходимость, во всех вышестоящих инстанциях, которые есть возможность обжаловать в рамках российской судебной системы и не только российской судебной системы.